Здравствуйте, друзья! Недавно я задал себе вопрос о том, как приседать, чтобы не протирать так сильно хрящ и мениск. И ко мне пришла идея в голову приседать над диваном. Я попробовал, и оказалось, это работает. Ощущается нагрузка, и при этом сустав не протирается так, как если бы я приседал, не садясь на диван. Так как, когда мы полностью приседаем, мы тормозим, и во время этого торможения протираем очень сильно хрящ и изнашиваем мениск. А этот метод приседания над диваном помогает этого избежать. Поэтому для тех, которые хотят приседать, но хотят, чтобы их колени были более здоровыми и дольше служили вам, советую приседать таким способом. В крайнем случае, хотя бы иногда. То есть чередоваться. А уж тем более советую приседать таким способом тем, у кого болят колени во время полных приседаний. Вы также можете увеличивать нагрузку, взяв в руки какую-нибудь тяжесть. А чтобы было еще безопаснее, вы можете приобрести специальные бандажи для коленей и приседать в них. Спасибо за внимание, всем пока!